Всем привет! Видеоинструкция Дезлоратадин 5 мг. Антигистаминный препарат длительного действия. Дезлоратадин является первичным активным метаболитом лоратадина. Показания – сезонные и круглогодичные аллергические риниты, устранение или облегчение от чихания, заложенности носа, выделение слизи из носа, зуда в носу, зудание, зуда и покраснение глаз, слезотечение, крапивница, уменьшение или устранение кожного зуда, кожной сыпи. Противопоказания – повышенная чувствительность к дезлоратадину, лоратадину, а также к другим компонентам препарата. Беременность и период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет. С осторожностью – тяжелая почечная недостаточность. Судороги в анамнезе. Беременность и лактация – особые условия исследований эффективности лекарственного препарата дезлоратадин при ВИ, НИТах, инфекционной этиологии не проводилось. Следует соблюдать осторожность при применении препарата дезлоратадин у пациентов с судорогами в анамнезе, в особенности у пациентов детского возраста. В случае развития судорог следует прекратить применение препарата дезлоратадин. Следует принимать во внимание потенциальную возможность развития таких побочных эффектов, как головокружение и сонливость. В период лечения ПРЕПа, ратам следует соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстро, ты психомоторных реакций. Дозировка внутрь, независимо от приема пищи. Препарат желательно принимать регулярно в одно и то же время суток. Таблетку следует проглатывать целиком, не разжевывая, запивая небольшим количеством воды. Взрослым и подросткам от 12 лет, по одной таблетке, 5 мг, один раз в сутки. При сезонном аллергическом рините, при наличии симптомов продолжительностью менее 4 дней в неделю или менее 4 недель в году, необходимо оценивать течение заболевания. При исчезновении симптомов прием препарата следует прекратить, при повторном появлении симптомов прием препарата следует возобновить. При круглогодичном аллергическом рините, при наличии симптомов продолжительностью более 4 дней в неделю или более 4 недель в году, препарат следует принимать в течение всего периода экспозиции аллергена. Стоимость от 160 рублей. Спасибо за просмотр. Будьте здоровы!